Ребят, всем доброе утречко. Сегодня, вот я не знаю, вот прямо утро-утро, ну, где-то 5 утра. Сегодня я опять решил поосваивать эту речку. Вот, и не знаю, вчера вечером здесь прошелся как бы по реке. Результатов практически никаких не было, поклевок не было. Но вот местные рыбаки сказали, что здесь нужно ловить все-таки на какие-то более, ну, лайтовые, так сказать, снасти. Ну, вот маленькие колебалочки, маленькие блесненьки, блин. Вот, что я, в принципе, сейчас хочу и попробовать. Погодка такая неплохая. Вчера вечером дождь шуровал, наверное, всю ночь лил. Ну, вот, трава вся мокрая, поэтому я уже ноги по колено, как говорится, у меня уже по пояс практически, я по колено, по пояс мокрый, ну вот, а здесь вот ситуация такая, то есть вот туманчик так красиво, тишина, спокойствие, ветра нет, ну вот, как бы для рыбака, конечно, это все удобно, не знаю, как для рыбы, ну, может быть, почему вчера я не брала, потому что вот перед дождем, ну вот, ну, будем пробовать, все будем показывать, все будем смотреть. Вот, а ловить я буду сегодня вот на такую вертушечку. Вот, двоечка. Она уже такая побитая слегка. Вот красненькая, вот таким лепестком. Вот. Ну, надо попробовать. Я здесь уже ловил на нее, но как-то это самое, не знаю. Не сложилось, как говорится. Вот сейчас повторно буду пробовать. Потому что это, по-моему, такая самая... Не знаю, мне кажется, эффективная здесь будет. Сейчас посмотрим. У меня еще есть рябу Гарсии, там маленькая такая тоже вертушка. Тоже очень хорошо работает. Вот, вот две вертушки основные, которые у меня будут. Это рябу Гарсии маленькая, потом ее покажу. И вот это вот Blue Fox. Я еще не знаю, может быть, здесь просто утром не берет, может быть, она вообще днем. Я ни разу не пробовал ловить здесь днем. Ну, вот, может быть, тут сам хищник, он лучше днем его ловить. Я все время выхожу рано утром, но я просто просыпаюсь рано, вот, поэтому. Да, вот, ребят, интересная такая вещь. В общем, тут, похоже, какая-то глина такого зеленого цвета. Ну, вот, я сначала думал, что это какая-то замазка, блин, кто, может, вылила. Потом понял, что это природное явление все-таки. Я не знаю, видно будет, не видно будет на камеру. По-моему, видно что-то. Единственное, что мне нравится во всей этой рыбалке, это то, что нету рыбаков, ну, вот кроме меня сейчас на данный момент. Да и вообще, сколько я здесь не ловил, обычно вереница, куча, туда сюда там ловят, здесь ловят, здесь в этом отношении нет никого, я здесь один. Вот. Я люблю такие рыбалки, когда вот когда я ловлю, мне никто не мешает. Если ребята вчера ставили закидушки на вьюна. Ну вот обычно вьюн вешается на налима. Не знаю, сейчас такое время,
со всем нальями. Не, ну почему, может сам, конечно, хватануть. Так интересно, на что ловят местные жители. Да, вот здесь вот это вот не удочка, нет, это просто насос там пущен, ну как интересно тоже сделано, там такая типа лебедочка. Ну так карабинчик с этим. Как бы веревка натянута и насос, чтобы, вероятно, дна не касался. Но такая хитрая конструкция. Воздух здесь, конечно, просто уникальный. Здесь дышишь, не надышишься. Прямо запахи всякие, особенно вот когда вот сейчас вот начало лета, начинает все расцветать и распускаться, блин. Вот эти вот приятные запахи, они вообще просто радуют. Так, ну здесь это опасно, конечно. Я даже зря, наверное, это сделал. Так, кажется, что сейчас оставлю здесь свою блесенку. Там вот за камнем может, кстати, стоять какая-нибудь. Вдоль берега еще проведу. Вот так вот. И вот туда еще кину. Ага. Ох, акушарик. Сошел. Ну, есть. Маленький, небольшой. Ага, значит, он здесь кормится. Ну, ладно. Сейчас попробуем. Ага. Слушай, ну тут можно окуней поднатаскать. Малышки, карандашки. Ну такие акушарики. Мелкие. Совсем мелкие. Что с ним делать? Отпустить. Значит, он здесь стоит, кормится. Ага, понятно. Ну, мы тебя сейчас тут немножко подергаем. Здесь не только для окуня хорошее место, здесь и голавль может стоять, и в принципе и жерех. Вот такой камень большой, за камнем там он. Ну плюс еще ручеек вот этот вот. Думаю, как бы все, как говорится, карты сошлись. Окунь, говорит, здесь редко. Ну вот есть.
В общем, ребята, я наполовину практически открыл сегодня купальный сезон. Зацепил свою вертушечку об Угарсе. Мне было жалко ее что-то оставлять здесь. Ну, вот, прямо рядом с берегом, недалеко, там, может, 5 метров. Ну вот, и разделся. Да там не глубоко было, может, так по пояс, блин. Ну вот, и, короче, вытащил свою вертушку. Вот, а сейчас вот... Вот сапоги вот так вот сохнут, ноги тоже все в песке. Ну, сейчас немножко отдохну, одену сапоги и пойду дальше. Там вот на той стороне там птичка какая-то, чайка, интересно мне, что она там ищет. Чайка, да, может, у нее там гнездо там, конечно. Приветствую. Да нету ни хрена, блин. Вообще? Два окуня вот таких поймал. На что, на удочку, на бутылку? На этот, на вертушку. Голавля нету? Что-то все кричат, голавль, голавль, где он этот голавль, блин? Стрекоза есть, видел? Стрекоза? Да. Не видел. Что, на стрекозу ловишь? Да, сейчас можно взять, либо на блесну половить, либо стрекозу пособирать. Ну, я пробовал этот самый космастер и эти вертушки, блин. Что-то как-то так. Ну, я говорю, там вот у ручейка вот два окуня таких вот с ладошку поймал, отпустил. Блин. Угу. Остальное что-то так. А щука не сходила ничего? Не видел щуку. Щука у берега, наверное, да, стоит? Да нет, она вот здесь, как мы донки надо оставим, здесь на 2 килограмма щукой, туда, где сесть, блин, вот в этой заводинке. Я еще до туда не дошел. Ты откуда идешь? С Рябушинки. Сейчас, если пойдешь, вот за поворот зайдешь, угу. Так вот за этот, угу. Там еще будет поворот, там будет коса. Вот на косе попробуй побольше покидать. Там галали хороший стоит, говорю. Uh-huh. И щука хорошая есть, говорю. Потом у ручья есть такая заводинка небольшая, говорю. Там ручей, который речка обозначается, да? Типа там как он называется, не помню. Не. Вот туда дальше, нет? До него 2 километра. А. Там не Курильская речка. Ну ясно. Там перекат, вот сейчас коса будет перекат, потом, ну, 1,5 километра там крестовый порог, крестовый порог, вот туда, говорит. На что, на лодке как здесь ходить, блин? Да я на весле, говорит, я мотор не ставлю, тяжело. Так, а на весле против течения тяжело тоже, блин? Да тут я вот лодка лежит. Вот на этой? Да. Да ладно, аж тяжелая, блин. Фига себе. А, ну ты, наверное, вдоль берега, да, идешь? А, ну ясно. У меня есть этот самый, так, маленькая там, это, тресила лошадки. Не, сейчас и... не пункт, тяжело, так сказать. Просто я смотрю, здесь такие камни, блин, тут можно, да, напороться нормально. Можно, все можно. Если знаешь, то не можно, да? Ну, глубина, я так понимаю, по той стороне, да, идет? Там, по той стороне, там метр силы. Глубоко, как бы сказать, глубоко, глубоко. Вот на по той стороне идет сюда плита, вот там порог видишь? Угу, камни. Вижу. Вот по уровню камней, там идет плита где-то, глубина 0,5 метра, она известняковая плита. Плита заканчивается, глубина 1,4 метра сразу. Там получается яма, да? Да, там яма, и получается там и рыба стоит, и все, вот это промежки, как бы, вот это плиты, говорю. Так там можно, в принципе, остановиться, да, и на фидер покидать ему. Там все можно, там глубоко, там, и там все есть. Я у моста, там тоже ямка какая-то есть, вот у моста немножко на фидер посидел.
Сини. Когда строили мост, по плану мост должен был где-то здесь идти. Но здесь нельзя было поставить опору. Что получалось двойное дно. Плита, Зисенькова и все. Его искали, искали, поставили там. Ясно, понятно. Пойти, говорю, живу. Ладно, пойду я дальше. А я этот самый засадил этот вертушку, блин, что-то жалко так стало. Она, ну, буквально, блин, пришлось раздеться по пояс, блин, да вытащил. Не-не-не, вот там бревно какое-то, вот там, где эти самые перекаты, вот камень и вот дальше вот еще один камень, между двух камней, короче. Там. Ну, там трава. Трава или нет, там не там какое-то бревно сидело. Трава бы я вытащил, блин. Да, там какой-то топляк сидел, блин, вот я в него и всадил. Ага. Идет где-то метра полтора. Вдоль ее просто вытягивай. Вдоль берега, да, получается? Да. Это самое, по течению пускать, да? Ну да, да. Ну я понял. Вот здесь ставили донки, говорю. Вот такой окунь здесь ездил. Попадает, говорю. Ну там ребята, там 10 донок он стоит, это самое, у них там. На этих, я не знаю, миноги или что они там стали, или вьюн. Вьюн. Так мы бросали, корчашки бросали в этом на тесто обмазывали, просто забрасывали и на живцо в домке стоит. А на живца берет все. Да. Блин, когда я. Приходишь уже чисто лес, без крючка. Я тогда живца-то нормально наловил на этот, на фидер-то. Этих пескарей вот такие можно было поставить. Закидушки сделаны. Тут иногда живца ставят такие там по 300-400 грамм живца. О, вот такого. Да ладно, еще берет. Ставят живца, говорю. А? А что уберет-то, блин, на него? Либо берет, либо обкусывает. Крючком есть. Это щука, что ли? Щука хороший, суда хороший, сом берет. Хренась. У меня вот на перемет было. На длина. Сначала саменок маленький взял, а потом на 17 взял. Нормально. Иногда, говорю, вот головли попадаются, там на по 2 килограмма головли обсосаны везде. Там без шиби. Ну это сом явно, да? Да, ну тут самый как, у отца был 26 килограмм, 25 где-то. Я на Волхове тоже ловил, там есть сеть озер, там речка такая, она впадает в сеть озер. Ну вот, на спиннинг вообще бесполезно. А ставишь только на живца, вот джелесы выставляешь, блин. Вот еще только не успеваешь это самое, она уже схватывает. Вот почему так тоже непонятно. Вот в последнее время форель стала появляться. Форель, интересно, откуда она тут появляется? С ручьев. Ручьи как бы чистые, и здесь любительский сейчас не работает, и барейческий не работает. Эти структуры ложные. Вода чище стала. Ясно. Да, спасибо за информацию. Пойду дальше, покидаю. Ох. Ну вот, ребят, встретил еще одного рыбака здесь местного. Ну, он дал мне несколько наставлений, так сказать. Ну вот. Ну, говорит, рыба здесь есть. Рыбы много. Надо только уметь ловить, как он сказал. Но я, вероятно, еще пока ловить не научился ее именно здесь. Поэтому буду пробовать. Вот я поставил вертушечку такую, тройку. Кто что говорит? Кто говорит, деликатная снасть здесь работает? Кто говорит, что наоборот здесь крупная наживка нужна, ну как бы я не знаю, я вот поставил среднюю, вот, троечка, это по-моему самое среднее такое, что можно придумать. Вот сейчас буду пробовать.
Blue Fox работает хорошо, это настоящий Blue Fox, не подделка. Вот. И он не ржавеет, потому что китайское барахло, оно вроде работает, но собака она ржавая. Она начинает ржаветь. Угу. Ну я смотрю, вот как бы даже вот малек там, вероятно, малек головля, ну, вот она идет за этой, за вертушкой. Это значит говорит о том, что крупный головль тоже должен на нее сработать. Ну или головля, не знаю, жерех в принципе тоже. Вот он местный рыбак, который мне советовал, как ловить. Там вот дупло. Я так предполагаю, что тут гнездо дятла, потому что оттуда слышны крики птенцов. Такое вот дупло проделал дятел и там сделал свое гнездо. К сожалению, мне туда не попасть, но так вот хотя бы визуально могу снять.